19-летний новокузнечанин, проходя мимо внедорожника, увидел идущую от него дорожку бензина и решил проверить, загорится ли автомобиль. Проверил и стал фигурантом уголовного дела. За эксперименты и поджог автомобиля придется ответить. Чудят и водители общественного транспорта. А как, смотрите сами. Повторять правила дорожного движения придется кузбасским автомобилистам, чьи опасные виражи на дорогах сняли участники акции «Мобильный патруль». Это видео уже изучают сотрудники полиции и наш корреспондент. Сплошные нарушители на общественном транспорте попали в объективы репортеров мобильного патруля в Кемерове и Топкинском районе. В областном центре водитель маршрутного автобуса, должно быть, решил, что время пассажиров всего дороже. Небольшой затор на попутной полосе он объехал по встречной. Дурному примеру старшего брата последовал и младший. Вслед за маршруткой на встречке оказалась «Тойота». А вот в Топкинском районе автобус практически оказался лоб в лоб со встречным потоком транспорта. На своей полосе водителю стало тесно, и он переполз на соседнюю, заставляя уворачиваться тех, кто у него на пути. Оценку всем этим трюкам вскоре дадут сотрудники полиции, которые уже приступили к изучению видеозаписей. Другие случаи из работы кузбасской полиции покажем сразу после моего Междуреченска в программе «Опер ТВ».